Привет, а пошли сегодня куда-нибудь вечером? Отличная идея. Я как раз парня своего позову. Слушай, я давно хотела тебе признаться. Мне очень нравится твой друг. Дай мне его номер, пожалуйста. А, конечно, спасибо, не вопрос. Спасибо. Держи. Слушай, как тебе мой новый топик? Классно. Я очень доверяю твоему вкусу, поэтому если тебе понравилось, то Саша точно с меня его сорвет. Вера, я давно хотел тебя спросить. Ты меня любишь? Ну, конечно. Как друга. Короче, смотри, мы с ним на 3 свидания уже сходили, и я думаю, дать ему или не дать? Ну, не... Правильно, нечего тянуть, надо дать. Да. Слушай, как тебе мои новые штаны? У тебя в них такая жопа. Что? А, ну вы же геи в этом разбираетесь. Вера, смотри, я вчера с такой классной девчонкой познакомился, мы с ней в кино пошли, потом в парк, потом... Стоять! Я думала, я тебе нравлюсь. Ты чё, совсем? Следующий! О, сиськи супер! Ну, а теперь формальности. Зарплата у нас очень высокая, но есть налоги, штрафы, штрафы за опоздание, страховка. Поэтому 5-6 железно будет. С голоду не помрете. Я видела, у вас график ненормированный. Да, будете пахать днем и ночью, а потом мы вас кинем. Вот, подпишите документы. А что это? Это формальности, вы у нас в рабстве на 3 года. А премии будут? Ну, если по пятницам, то да. А что будет входить в мои обязанности? Ну, как обычно, что скажут, то и будешь. Кем вы видите себя через 5 лет? Но если на работу не возьмете, то я спившаяся одинокая домохозяйка. Возможно, заведу кота. Какой у вас опыт работы? Да у меня как бы и образование-то не особо. Ну, значит, смотрите, мы вам не отпишемся, не перезвоним, поэтому можете идти спокойно на следующее собеседование. Слава богу, а то у вас тут так стрёмно. О, этот чувак в конце умрет. Да, я тоже видела, а потом его друзья поженятся. Да. Вот суки! Ты видела, видела, да? Слушай, я еще коньяк взяла. Извините, извините, пожалуйста. Простите, простите. Да идем уже, идем. Молодые люди, можно потише? Слушай, как твоего зовут? Валерка, а твоего? И моего Валерка. А где он работает? В автосервисе. Тот, что за углом? Да. Ах ты шалава! Сама шалава! Ты шалава! Ты шалава! Когда он к тебе приходил? 6. Курсы по программированию. А к тебе? 8. Ага, пилатес. Смотрю на тебя и думала, у него вкус на женщин получше. Как он у тебя в телефоне подписан? Валера. И все? Валера 12 сантиметров. А он мне только кольцо подарил. Ага, которое я потеряла в прошлом месяце. Слушай, тебя тоже бесило, что он дверь в туалет не закрывает? Ага, заходишь, сидит орел на троне. Слушай, а что ты ему на ДР подарила? Носки. А я пену. Эй, ты чего плачешь? Меня Вова изменил. Ну как зовут эту шлюху? Игорь. Вот пидорас, а? Так, пойдем и найдем себе нормального парня. Пойдем, пойдем. Привет, меня зовут Богдан, и я натурал. Все, берем! Подожди, давай всех посмотрим. Следующий! Привет, меня зовут Максим. Не пью, не люблю футбол, не изменяю. Сам готовлю, есть квартира и машина. Слушай, а этот тоже классный. Давай еще посмотрим. Простите, а сколько у вас было девушек? 26, 27. Так, теперь март. 1, 2, 7. Ну, зато опытный. Ради тебя я забуду всех. Какой размер? Ну, обычный, ну, как у всех. Никто не жаловался. Слушай, а можно их протестировать? Не совсем? Конечно, можно. Я первый. Нет, я первый. Нет, я первый. Нет, я первый. Первый. Я первый. Чурма, я блондинка. Ну, ты отлично. Мне черненькая сразу больше понравилась. А у тебя деньги есть? Нет. Блин, и у меня нет. Да ладно, пошли, скажем, что кошельки забыли, они за нас заплатят. А, точно. А у меня изо рта воняет? Блин, а что я им скажу? Ну, по классике, вашей маме зять не нужен, типа.
О, точно, всегда работает. Ну все, я пошел. Как я выгляжу? Как чмо. А ты умеешь поддержать. Ну нам долго ждать. Короче, я Лера, это Вера, а вас как зовут? Кеды. Смотрите, ваш ребенок моего песком обсыпает. Ну так все правильно, я ему разрешаю. А у вас каким какает? Красненьким или зелененьким? У нас синеньким. Класс. Да. Фу, заразу разносите. Ой, а ваш что кушает? Что поймает, то и ест. Самостоятельный. Алло, да, мы на улице гуляем. Да. Телефон убери, это же излучение. А ваш мультики смотрит? Ну да. Конечно, она смотрится мультиков и конченными вырастает. Девушка, а почему ваш старшенький летом в шубе бегает? В интернете плохого не посоветуют. Ой, а вы прививочки делали? Нет, вы что, природа создала нас идеальными. Пути-пути. А почему он у вас так орет? Ой, капризничает. Я хочу есть, пить и срать. Привет, 100 лет не виделись? Конечно, 100 лет не виделись. Я же живу в Испании, я замуж за миллионера вышла. А еще еду в Милан на шопинг. А у меня 3 детей, муж не работает, одни долги, свекровь замучила. Слушай, кошелек забыла, сможешь заплатить? Я тебе на карту скину. Ага, 3 детей, ага. Привет, подписчики! Сегодня я встретилась с подругой детства. Лайк, если красивее я, коммент, если она. А может, салатик закажем? Ты что, ку-ку? Давай лучше пивка бахнем. Эй, пацаненок, обслужи дам по-братски. Помню, ты отличница была. Много зарабатываешь? Конечно, 50 тысяч за ночь. А помнишь, как ты в 3 классе обоссалась? Да я все эти годы к психологу ходила. Мне каждую ночь снится, как я обсекаюсь в 3 классе. Ну, рассказывай, как ты? Да, ничего нового. Слушай, я подумала, зачем нам эти мужики? Может, мы того? Как-то сами. Ну смотри, без мужика в доме будет чище. Жрать никто не просит, носки не воняют. А мусор кто будет выносить? Блин. Вера, а я пирожков испекла. Так я на диете. И я на диете. Это не ваша война. Баба, вы чё расселись? А ну одна пошла жрать готовить, вторая убираться. Ты чё себе позволяешь? Вообще, что ли? Вам же нравится. Ну так-то да. Значит, девчонки, купил 3 билета в кино, забронировал ресторан, лимузин у входа. Ага, давай. Я в душ. Алло? Да, Лера в туалете 2-й час сидит. Что-то желудком у нее, ага. Слышишь, отдай телефон! Что ты вырываешь? Отдайте! Мам, а она меня бьет. Это ты начала? А что ты пихаешься? Так, я на свидание, только ты никому. Конечно, конечно. Мам, а Лера на свидание идет. А мне парень айфон купил. Ну понятно, по подъездам там шаришься. Лен, накрасишь меня на свидание? Конечно. Красотка. Спасибо. Пожалуйста. Лера, что случилось? Мне парень бросил. Экзамен завалила, еще и дом стоял. Так, вот это убрать. Привести себя в порядок. Собирайся, мы едем в клуб. Я тебя сейчас с такими пацанами познакомлю. Вот наркоманы. Вот проститутки. Катя! Мам, скинь воды! Слушай, а у тебя есть Ролтон? Да, один. Живем! Давайте жрать песок. О, 6 часов. Пора смотреть мой любимый сериал про наркоманов и проституток.